Разба бұл ұсты мұны деу дістейді дейді да? Оның разба бұл ғынан кейін деу да деле пұл қалмады да. Анан ұттың деген қиын болды. Анан ұттың қа шық кеттік да. Аз толка шүніменен да. Еш жоқ да. Бір бірге адыр бар да. Мысал мен жоғылдам. 11-12 адам келес да. Әр кім үшін деген бензін алып келеді да. Аш тескен өтті өлі бензин болса. Келе береміз. Бірақ да теске дөтпей қалады. Анан шонда келер байқаламыз да бензин жоқ. Бір ішінен ауыз бір тесте свет болса анан бір бұл қалып кетсе білмеймін. Бұл қалмайды деген. Мысалы бір көмір келіп свет болып бәрі жоқ болса өзіміз еле келмейміз мысалы. Уже 45 лет, вот на этом ГЭС я работаю. И ГЭС постарели, и я постарел. Так что мы оба уже постарели. Потом за 45 лет очень сильно истощался вот этот и канал, и на поле бассейн. Вот сейчас поеду на головную, там увидите, что там уже... Да, вот эта вода сейчас бы хватила, ну за то, что вот там все бетон разрушилось, и не хватает воды. Вот ГЭС, который работал раньше, ну, он с помощью вот этих дизелями обеспечивал полностью потребность, ликвидировалась. Нормальное освещение было, нормальное отопление было, все нормально. Ну, после развала, с развалом топливо кончится, а на сегодняшний день ГЭС совсем почти остановился. Освещение не может сейчас, еле-еле освещение, чтобы отопление давать, чтобы пищу готовить, такой... Возможности не будет. Народ уже совсем истощался. Особенно зимний период у нас с топливом. Здесь знают, что у нас топливо отпускают из Алайской долины. Мороз достигает до 45-50 градусов, даже больше. Народ отоплением вообще не пользуется энергией, потому что энергии так не хватает на освещение. Если бы энергия была в Мургабе, считается, что 70% жизни уже улучшилась бы. У всех сейчас есть телевизор, у всех есть видики. А вот чтобы включать, чтобы работать, это очень тяжело. Тазы пыттым, ем только тенгдевели, жеткізіш керек. Ем таза, жақшы қазғандары, шу бештен алады. Ем машинай көте жеткіз қиындыра, та орда. Жүкті күші деле бір уақыт болады. Шөйті бұна. Кес-кес барамыз да. Ай берен данма коней, Зохид пакиз асириш. Ден солқа деген, түтескенден барған күнде өліп, өліктер орып қалады да, жатал байыр. Таңатқыша орып шығады да. Жоқ, зияны бар екен деп, келбей қосын. Алашыққа бақыш керек дейді. Ақшыққа қаласын, жер тағы бар. Өзімізді әлі қиналып бүттік да.
Вот это один тук, да? Один тук. Сколько стоит она? 5 самоней, 4 самоней. Ага, один тук, да? Ну и какой доход дает это, вот как привезет трескин, да? Только чтобы жить. Жить, да? А какие доходы еще у вас? У вас это як есть, баран есть, да? Вот. Нет, як никого нету. Так нет, что же есть вообще, не имеющие? А, нету ничего. Богатый. Нет, да. Если был бы яки у нас, например, зачем? Говорят, что у вас есть бараны, яки. Нету ничего. Если есть, продали. Не остался. Вот при Советском Союзе, сколько вы истребляли трескин для советопки, как у вас был? Запрещен был, тогда все обеспечены были. Вообще нас никто не думал. С работой тоже обеспечен был, хороший зарплат был у каждого. Ну, при Союзе отлично жили, как коммунизм. Когда трескин мало истребляли, да, по-моему? Нет, вообще не истребляли, да? Вообще не трогали. Вот главная проблема, которую мы сегодня решаем, это сохранение трескина и восстановление деградированных трескинных пастбищ. Трескин имеет большое значение. Во-первых, она является кормовой культурой. Во-вторых, она не дает деградации пастбища. Если мы все будем уничтожать трескина, у нас развивается процесс опустынивания, а этот процесс опустынивания происходит при помощи ветровой эрозии почвы и даже при водной эрозии почвы. По нашим исследованиям, на Восточном Памире уже 1200 гектаров опустошенных земель. А во время войны, в общем, в 1993-1997 годах население Мургабского района увеличилось вдвое. Это привело к массовому истреблению потребность и истребление трескина. В связи с этим здесь уже прошел процесс опустынивания, прошел очень быстро. Это очень катастрофическое положение у нас. Я здесь вот в биостанции, да, наверное, где-то испытал более 1000 видов мировой коллекции кормовых растений. Но ни одна растение здесь не пережила в эти условия. Только трескин и карабаш, вот местные виды, они могли здесь хорошо прорастать и что-то наследным дат, вот корма для животных. Здесь в советский период провели очень обширные исследования. Исследование заключалось в изучении флоры и фауны Памира. В настоящее время практически в связи с экономическим кризисом биологическая станция практически не работает. В последние годы мы разрабатываем сейчас новые методы, чтобы восстановить трескинные пастбища. Мы сейчас работаем по проекту «Пальма». Проект «Пальма» охватывает и Восточный Памир, и аналогичные районы Киргизии, это Алай-Чуналай, Алайские долины. Каждый пастбище мы пока изучаем, что пастбища емкость, сколько можно на определенной территории пастбища, это размещать количество скота, чтобы это пастбище в дальнейшем не деградировалось. Но самое главное, если население будет обеспечено электроэнергией, другие теплоносители, это положение сам себе восстановит. Ну, конечно, это наш дар природы. Горячий источник, который находится в Элисуата, отсюда 380 метров. Температура воды почти 90 градусов. Труба, все отоплен, дом, юрты, а также обе теплицы. И эти теплицы дают немного плоды, а в зимний период мы живем в теплоте. Температура на улице 37-38 градусов мороза. А внутри комнаты от 18 до 20 градусов тепла. Это просто комнатная температура. А топки используем только для пищи.
как думаете, вот, дальнейшая наша жизнь как будет? Я думаю, что дальнейшая наша жизнь будет улучшаться. Видите, вот, год за год жизнь улучшается. Если мы будем обеспечивать вот, электроэнергией, у нас все будет. Дай Бог, не было дай войны, Бог. Дай Бог, не было конфликтов между народом. Жизнь улучшается. Чтобы хлеб был, чтобы да. Песенка будет, да. Как Брежнев сказал.